На странице 302 посмотрите. Опять повторяет, что «ке» это относительное местоимение для именительного и для винительного прилежащего. «Ci sono animali che girano affamati». Che vedono, che cercano il cibo tra i rifiuti e cui gli astalnich slucef zes strecciale tolca strecciale tolca per la genie sprelogam in l'Italia è un paese in cui si vive bene si è tacciastizza catore annusna sto bebrazavat bislicio non costruzio gloa gdie carascio giviozza l'Italia è un paese in cui c'è un bel clima который есть хороший климат. Италия un paese in cui c'è ricchezza, cultura e benessere, как в тексте. Италия un paese in cui dovrebbe esserci più sensibilità verso gli animali, это тоже было в тексте. Ниже читаем приложение. Приложение. Юлия. Chi è Marco? È lo studente che abita vicino a casa mia e che incontro tutte le mattine. Переводи. Bene, поэтому здесь одновременно. Сначала именительный падеж, а потом винительный. Который живет и которого встречаю. Bene. Chi è Teresa, Настя? È una ragazza che studia con me e che ho conosciuto all'università. Bene. Это девушка, которая учится вместе со мной, с которой познакомился в университете. Bene, вот здесь уже отличается по-русски, потому что по-русски это «с которой». Это знакомиться с кем-то. По-итальянски это «знат кого-то». Потому по-итальянски это винительный падеж и тот же предлог. Chi sono Franco e Roberto, Olga? Sono i colleghi che lavorano nel mio ufficio sì. Che ho invitato a cena per domani sera. Sì. Они коллеги по работе, мои коллеги по работе. Которые. Которые работают в моем офисе. Sì. И которых я пригласил на ужин завтра вечером. Bene, ok. Irina, chi sono Paola e Marta? Sono le ragazze che abitano al piano di sotto e che incontro sempre in palestra. Sì. Это ребята. Девушки. Девушки, которые живут на этаже. Sì. Подо мной или надо мной? Надо мной. Надо мной. Надо мной. No, подо мной, да. И которых я всегда встречаю в зале. Бе. Ниже. Встречаем остальные случаи. Но обратите внимание. Добавляется кое-что. Добавляется и второй способ, чтобы выразить куй. Куй, мы поняли, что используется для косвенного дополнения, и перед ним ставится нужный предлог. Но как и ке не меняется ни по роду, ни по числу. Но иногда бывает, что в одном приложении встречаем больше, чем один, чем одно относительное местоимение. Встречаем два, три относительных местоимения. Чтобы не повторяться, потому что вы знаете, что по-итальянски повторение это нехорошо, существует второй способ, который и речь используется именно, чтобы не повторяться. Вместо того, как сказать нужный прилог и куй используется. Все-таки нужный прилог и quale единственное число и меняется по роду и quali для множественного числа опять не меняется по роду. Но quale требует артикль il, la, и le. И поэтому, когда ставим предлог, прилог с артикулем образует сложный прилог. То есть, если вы помните, в тексте было такое приложение. È possibile questo in un paese in cui c'è ricchezza e так далее. Помните, да? Возможно ли Возможно ли это в стране, в которой есть богатство и так далее? Если мы не хотим использовать куй, а второй способ,
quale a noi che paese, tra i paesi che egizienzo morodo, il, in plus il, nel. È possibile questo nel paese in cui c'è ricchezza? È possibile questo in un paese nel quale c'è fastidio? È possibile questo in un paese nel quale c'è ricchezza, benessere? Ma e ta vibo gavariasci? No, давайте я покажу вам, но приложение где пригодится, используя. Quest'estate siamo tornati nell'albergo in cui siamo stati l'anno prima e nel quale c'è una bella piscina. Вот, здесь два раза такой случай в котором, по-итальянски, да? И чтобы не повторяться, используем два разных способа. Этим летом мы вернулись в гостиницу, в которой мы были предыдущий год, и в которой есть прекрасный бассейн. Чтобы не повторяться, поскольку здесь в одном предложении встречаем два раза ту же ситуацию, используем различные способы, чтобы сказать одно и то же. Обычно, конечно, итальянцы предпочитают использовать первый способ, потому что проще. Куй это короче, чем quale, и потом куй не меняется по числу, а quale меняется, quale и quali. И куй не требует артикул, поэтому будем использовать простой предлог. А здесь, поскольку требуется артикул, мы обязаны образовать сложный предлог. Логично, что итальянцы предпочитают использовать куй, но пока не повторяемся, используем куй. Когда, чтобы избегать повторения, используем второй способ. Поэтому сейчас мы в примерах будем читать оба способа. Dimitri, Marco è il ragazzo del quale sprava liba di cui ti ho parlato spesso. Bene, upravlieni glagolam parlare di, gavarit o, eta prelog di. Вот что надо запоминать. Управление глаголом parlare di, как по-русски говорит о ком-то, о чем-то. И здесь не совпадает. Бен, поэтому, либо di cui ti ho parlato, либо del quale. Второй способ более сложный, но который требуется при повторении. Marco, это парень, о котором я тебе говорил часто. Либо говорил, здесь непонятно. Бен, Жанна. Либо. Дикуй. Си. Тио компрато спесо. Парлато, но компрато. Тио компрато, тебя купил. Странное выражение. Ладно, окей. Не переводим, потому что перевод такой же. Только здесь речь идет о девушке. Бе, Наталья. Франко и Роберто sono ragazzi. И ragazzi. И ragazze dei quali. Либо. Дикуй. Си. Хорошо. Юлия? Паоло и Марта sono le ragazze delle quali sì. di cui ti ho parlato spesso. Bene. Nastia, dalce? Marco è il ragazzo al quale a cui ho prestato lo stereo. Bene. Mi знаем, что одолжил кому-то, предлог дательного падежа это «а», и поэтому парень, которому я одолжил
stereo, dal stereo. Bene, cara Sho, Olga. Teresa è la ragazza da quale a cui ho prestato lo stereo. Bene, Irina. Franco e Roberto sono i ragazzi ai quali a cui ho prestato lo stereo. Bene, Dimitri. Paolo e Marta sono le ragazze a cui... Alle quali, stanciala, la samistogin sposo, paton, il paton. A cui ho prestato lo stereo. Bene. Marco è il ragazzo da quale da cui vado a cena stasera. Bene. Marco, pari Katoramu. Katoramu. Sì, bene. Katoramu budi da e baitamo da cui debba dal quale. Хорошо. Natalia? No, prestite, ne abbesate ma da znači katoramu, može bit at katorava, eh? Da znači si šo od. Sì. Mostra storia da cui prendere. Marco è il ragazzo dal quale ho ricevuto questo regalo. A Catora aveva palucilta coi padarco. Va bene, Giulia. Franco. Sì. Franco e Roberto sono i ragazzi dai quali da cui vado a cena stasera. Bene. Paolo e Marco sono le ragazze dalle quali o da cui vado a cena stasera. Va bene. Pradagene, una salita c'è stranizze. E zestrečajem konstrukciju katori paruski njit. Pratite di manje, je takoj ustojčive vijaženje. Avere fiducia in qualcuno. I miei daveri cavota. Da fedele. Eh? Da fedele. Fede. No, fede daveri, è vera. Fiducia da daveri. Avere fiducia in qualcuno, i miei daveri cavota, значит, доверяться кому-то. Конечно, по-итальянски есть глагол доверяться. Фидарси. Но все-таки управление не совпадает с русским управлением. Фидарси ди. Bene, anche va un po' scendralizza. Fidarsi di qualcuno. Liba avere fiducia in qualcuno. Fraseologism, liba glagol. Sueta znači daveriazza, camuta. Bene. Cita sempre la genia. Camuta. Quel ragazzo nel quale in cui ho molta fiducia. Sì. Marco è pari in которому. Сильно. Сильно доверяю. Bene. Teresa è la ragazza nella quale in cui ho molta fiducia. Sì. Franco e Roberto sono quei ragazzi nel quale. Nei quali? Nel quale in cui. Sì. Ho molto fiducia. Bene. Paolo e Marta sono le ragazze nelle quali sì. In cui ho molta fiducia. Dasce, Natalia. Marco è un ragazzo con il quale con cui esco stasera. Beh, me ne va di? Marco è da pari Catoron. Sì. Io faccio voletti. Sì. Bene, bene. Giulia? Teresa è la ragazza con la quale, con cui esco stasera. Bene, Nastia? Franco e Roberto sono i ragazzi con i quali o con cui esco stasera. Bene, Olga? Paolo e Marta sono le ragazze le quali con cui esco stasera. Bene, Irina, sleduce. Marco è il ragazzo sul quale, su cui conto molto. Bene, contare età. I miei contare miei due значения. Contare è считат, мисле раз, два, три, четыре, и тогда, по-русски считат, это
venite nei patici patome, dice ogni stavizza. No contare su e tarasciti vatna. Palagat na. Poeta. Per oggi? Marco è il parente na которого нет, сильно рассчитываю. Sì, 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 рассчитываю, да? Ok. Dimitri. Teresa è la ragazza sulla quale su cui conto molto. Beh, Gianna. Franco e Roberto sono le ragazze sui quali su cui conto molto. Bene, Natalia. Paolo e Marta sono le ragazze sulle quali su cui sono molto, conto molto. Beh, Giulia Sleduce. Marco è il ragazzo per il quale, per cui ho comprato un regalo. Sì. Marco è il capore, Catorum mio figlio. Sì. Catoramo ili diacatorava, esiste nella pista diacatorava. Bene, perciò. Teresa è la ragazza per la quale o per cui ho comprato un regalo. Bene. Franco e Roberto sono i ragazzi per i quali per cui ho comprato un regalo. Bene. Paolo e Marta sono le ragazze per le quali per cui ho comprato un regalo. Bene, Paslene, Dimitri. C'erano molte ragazze fra i quali. Fra cui ho visto Pietro. Sì. Bene, Vodim? Bila. Bila. Много. Были много ребят, sì. Которых... Среди. Среди которых я видел Петра. Петра, я увидел Петра. Какие там увидели Альсион? Заметил, да. C'erano molte ragazze, sì. Tra le quali, sì. Cui ho visto Elena. Elena, хорошо. Patre ni rumsia. Completate. конечно, что-то придумали, что здесь остановились. Это остановимся. Бе. Ок. Су здесь получается как бы вот о котором. Су как? Ну, то есть вот произведение получается о чем? Это су? А человека, который... Ну, слушай, слушай. Ma allora, прости, не всегда совпадают управления, надо смириться. Надо знать управление глаголом. Бе, ки е Альдо? Надо отвечать на этот вопрос. Кто Альдо? Наталья. Это парень, который придет на ужин ко мне сегодня вечером. Sì. Bene. Giulia. Следующее. E il ragazzo. Которого встречаю всегда на автобусе. В автобусе. Которого. Которого это какой падеж по-русски? А con cui? Которого это какой падеж по-русски? Это парень, которого встречаю всегда в автобусе. Каво? Что? Винительный. А по... Sì. Benissimo. Настя. Allora, здесь уже не совпадает, потому что это влюбляться в кого-то, быть влюбленным в кого-то, по-итальянски будет по-другому. Почти. Почти это не in. Если она говорила да, это не in. Di. Помните, вы слушали песню, мы не только для развлечения слушаем песню. Мы слушали давным-давно песню Луиджи Тенко. Mi sono innamorato di te. Вот, бе. Поэтому запомняй, пожалуйста, Настя. Тогда получается, el ragazzo di cui... Qui? Di cui? Di cui Anna è innamorata. Bene. El ragazzo di cui... Ho dato buoni consigli. No, dat e di e tarediti li impadisce. A cui ho dato buoni consigli. Beh, Irina. Как раз, a которого я получил письмо. Которого, да. Sì. E il ragazzo da cui ho ricevuto le lettere. Bene, Dimitri. Это парень, в которого я сильно верю.
Sì? No. Vaša sni abrativni mani na redditi padiš, abrativni mani na padiš, na predlog. V katorava. B. Gianna. Sì? No, no. Скаторим у меня встреча. Сегодня вечером. Con cui? Sì? Ho appuntamento stasera. Bene. Наталья. На которого сильно рассчитываю. На которого на столе. Sì? Su cui? Cui, eh? Su cui? Il ragazzo su cui quanto molto. Bene, Giulia. Il ragazzo per cui ho comprato questo libro. Va bene. Saldo misa concili. Ashas per idionc Laure. Bene, chi è Laura, Anastia? È la ragazza che viene con me in palestra. Bene, Olga. Il ragazzo... Которую я приветствовал недавно. Che? Che ho salutato poco fa. Sì. È la ragazza di cui sì. Sono innamorato. Bene, какой вопрос, Настя? Ma vedi che обсуждала. А, женский секрет. Ладно, ладно, не буду гублять. Va bene, хорошо. Dimitri. È la ragazza da tuo mazzo di fiori, который, да? Который, в смысле, ей. In cui? No, какой падеж здесь по-русски? Ей. Ей, поэтому какой падеж? Дательный. А какой предлог дательного падежа по-итальянски? Самый простой. Са, но... Предлог здесь, ке это местоимение. А. А куй. О мандату un pazzo, un mazzo di fiori. Жень, Жанна. А который я получил? Sì. Ho ricevuto un invito. Invito. Invito al cena. Bene, приглашение на ужин. Дальше. Наталья. Avere fiducia in qualcuno, eh? Avere traglagolo, già esiste traglagolo. Oh! Allora, cui e pagnata aspetta cui, ma che cosa prelog? Che cosa prelog? In? Sì? Che tu ci sei? Fiducia da avere, avere fiducia in qualcuno, i miei daveri в кого-то, per italiano значи доверяться кому-то. Bene. Giulia. Ah, è la ragazza con cui sono sì. Andato al cinema. Растеря не ви, Тема, va bene, ладно, страшная тема, va bene, Настя. Bene, Olga. Il ragazzo a cui ho comprato un regalo. Sì, liba per cui, se la vuole comprare due vasmonasti. Per cui liba a cui. Beh, chi sono Pino e Nando? Давайте сделаем так. Этот раз используя... Quale? Quale ni sposuzza di imenitelna i venite a padeja? Поэтому di imenitelna i venite a padeja budem plagiati sposuat che? Beh, e ti справилась, почти бесплатно. Beh. Sono i ragazzi. Sì. Которых mi пригласили на ужин. Которых это какой падеж? Которых mi пригласили венительный. Венительный падеж, вот у нас дружок. Beh. Sì, che abbiamo invitato a cena, Gianna? Sono i ragazzi
Akatori. Akatori e Ati Belgavaril. Cacoio pralieni che la vuole parlare? Di. Vot, petamo? Di. Di plus articoli i quali? Di i quali. Dei. Dei. Dei e tu sei, sto sempre là. Dei quali. Sì. Sì o comprati. Ti faccio cupit sich, eh? Beh. Vabbè. Ok. Di cui, конечно, было бы возможно, но здесь стараемся использовать самый сложный способ, dei quali ti ho parlato. Наталья, следующий. Sono ragazza. Помните, я уже неоднократно вам говорил, что глаголы chiedere, спрашивать и просить. И глагол и домандаре, который приводится как спрашивать, только как спрашивать. По-итальянски не это у кого-то, а кому-то. Кому-то значит какой подъезд? А. А дательный подъезд значит блок А. Sono i ragazzi. Ai quali. Sì. Ho chiesto informazioni. Giusto. Sono i ragazzi. Sì. Ad catura. Sì. Da quali? Dai quali. Dai quali abbiamo ricevuto un invito. Beh, Nastia. Sono i ragazzi nei quali. Sì. Bene. Sono i ragazzi con i quali siamo andati in vacanza. Giusto. Con i quali scatorimi. Sono i ragazzi sui quali. Sui quali, pravilna. Sono conto molto. Bene. Dimitri. Sono i ragazzi. Questo ci dia suo comprato liba gli accatori liba accatorim no ni da eta ot k non ni li ha ni ha date ni padrici per quale per i quali articolo per i quali per il quale per il quale sì ho comprato questo ci dia. Va bene, dasce na sledusce stranizia isti divuschie šo, Bene, davajte svernjomse k samomu prostomu sposobu. Sono le ragazze che arrivano stasera. Si. Sì. Natalia. Sono le ragazze che abbiamo conosciuto al mare. Bene. Sono le ragazze... Какое управление глаголом parlare? Dalle... No. Parlare, говорит, a di. Поэтому? Ты хочешь сложный или простой способ? Как хочешь. Я говорю, вернемся к самому простому способу. Но если хочешь сложному, пожалуйста. Sì. Beh, все-таки сложный способ звучало бы так. Delle quali. Va bene, Nastia. Sono le ragazze a cui? Sì, cui, ni qui. Cui. A cui ho spedito una cartolina. Bene. Olga. Sono le ragazze da cui abbiamo ricevuto gli auguri. Bene. Sono le ragazze... No, presti, orce di Rini. Sono le ragazze sono ragazze in cui sì. Abbiamo molte fiducia. Bene. Dimmi. Sono le ragazze con cui. No. Ah no, sì, pravina, io prescacito. Con cui, sì. Con cui abbiamo ballato tutta la sera. In blocca. Bene. Sono le ragazze. Sì. Contiamo molto. Bene, Natalia. Sono le ragazze. Oh,
e tamini speciali. Essere, preoccuparsi, preoccuparsi e essere preoccupato è da noi toge, è da valnavazza, liba, bit, zavalnovanni, preoccuparsi di qualcuno. No, prosti, di qualcuno, di qualcosa. Per qualcuno. Да, за именно. Как раз пер переводится еще как за, не только как для. Прикуп. За за который. О, да, да. Va bene. Все. По нашим нашей тетради. Если сегодня, к сожалению, не успеем слышать песню. Слушать песню. Сделаем место на странице 213, упражнение А. Здесь очень простое упражнение, потому что везде приложение есть либо именительный, либо винительный падеж. Обратите внимание на образец. Ки е Елена? Скобка. Абита ком ме. Живет со мной. Е ла рагаца ки абита ком ме. Это девушка, которая живет со мной. Бе. Наталья? Но, чао, чет. Chi è Enrico? Sì. E il ragazzo? Sì. Catori? Chi mi ha invitato a pranzo? Beh. Chi è Valeria? E un ragazzo? La. E la ragazza che mi ha telefonato poco fa? Beh. Есть разница между una ragazza che mi ha telefonato poco fa e la ragazza che mi ha telефонato poco fa. Скорее всего, будет la ragazza che mi ha telefonato. Именно та девушка, которая мне позвонила недавно. Потому что una ragazza, значит, что я получил много звонков от девушек. Недавно. Окей. Одна из тех. Ве. Ольга. Ки Антонио. Си. Или ragazzo che ho conosciuto in vacanza. Си. Значит, только с ним познакомился. Chi è Giulia? Sì. È la ragazza che ha vinto la borsa di studio. Вот, borsa di studio, сумка учебы, значит, стипендия. А стипендио по-итальянски это зарплата, А vinto что? Vinto, та выиграла, в смысле, получила. No, no, дело в том, что то, что итальянский выглядит как стипендия по-русски, то есть стипендио обозначает совсем, имеет совсем другое значение, зарплата. Бен, продолжим. Ке Метео. Матео. Ке Матео. Се. Ке. Э. Эо Ларгат. Ил. Э, Ил Рогатсо. Ке. Abbiamo incontrato però strada. Per strada, na ulice. Pa da roghi. Vabbè. Gianna. Sì. E le ragazze che devo accompagnare alla stazione. Bene. Следующее упражнение похоже на предыдущее, то есть упражнение B, сделайте дома в виде домашнего задания. Здесь то же самое, но в множественном числе. Chi sono Aldo e Giovanni? Скобка уже есть определение, кто они. Sono i ragazzi che lavorano nel mio ufficio. Это ребята, парни, которые работают в моем офисе. Но пока сложности нет, потому что везде это либо именительный, либо винительный падежи, поэтому везде заполняйте, заполните местоименники. Дальше сложнее. На следующей странице сделаем место упражнения Ч. Обратите внимание на образец.
Это относительно сложнее, потому что все-таки подсказка есть. Chi è Elena? Studio con lei. Кто? Elena. Учусь с ней. Ну, sempre logo уже указано в скобках. Поэтому, сложнее, но относительно сложнее. Beh, è la ragazza con cui, первый способ, con la quale, второй способ, studio. Это девушка, с которой я учусь. Но я хочу слышать от вас оба способа. Beh, ok, дальше, значит, Наталья. Chi è Enrico? È il ragazzo. Sì? Sí? Da cui? Либо. Или con. No, 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 предлог такой же будет. Только образуй сложный предлог. Da quale? Dal. Da quale? Vado a pranzo. Точка. Потому что ты уже все сказала. Da cui, либо dal quale, vado a pranzo. Второе, Юлия. Chi è Valeria? Sì. È la ragazza con cui. Sì. Ho un appuntamento. Liba. Con la quale. Sì, ok. Ho un appuntamento. Ok, ok, va bene. Nastia, trete. Chi è Antonio? È il ragazzo a cui. Sì. Quale? Sì. Ho dato il mio indirizzo. Giusto. Dai. A cui liba al quale? Olga. Chi è Giulia? È la ragazza a cui, alla quale? Sì. Ho scritto una cartolina. Bene. Chi è Matteo? Sì. È il ragazzo a cui. Al quale? Sì. Piace molto la mia casa. Bene, ok. Dimitri, sesto è. Chi è Matilde? Matilde. Matilde è la ragazza. Troppo ospite. Che niente. Smatri na predlog. В скобках. Con Prelog, нет, не прелога, кукон, в скобках нет. А, да куй? Да куй, либо. Ragazza, какой артикул требует? Dalla, поэтому dalla. Dalla. Quale. Sì? Ti продолжай. Sono stato ospite da lei. Non, da lei не надо, потому что уже l'anno scorso. Хорошо. Упражнение «ди» сделайте дома, это то же самое, но в множественном числе. Поэтому все-таки еще есть подсказка в скобках. «Chi sono Aldo e Giuseppe? Esco con loro stasera». «Sono i ragazzi con cui, per risposo, con i quali, per risposo, esco stasera». «A ti pier сложнее». Это точно сложнее, потому что подсказок нет. Сделаем вместе упражнение «Э», где надо заполнить предложения пропущенными относительными местоимениями. Давайте будем использовать только «ке» и «куй», пока «куале», и «куале», «ла куале», и «куале», «ле куале». Закроем ящик. Но все-таки надо понять, какой нужен местоимение «ке» либо «куй», и если требуется «куй», какой нужен предлог. Давайте попробуем. Значит, Жанна. Sono arrivato proprio nel momento. Sì. Proprio. Я собственно пришел, я именно пришел в момент. Когда поезд? Когда, конечно, можно сказать, когда. Но можно, в который поезд пришел, ушел. In cui? Sì. Il treno partiva. Beh, in cui. Вот. Чаще всего совпадает, слава богу, но, к сожалению, не всегда. Beh, Наталья. La facoltà. Allora, vi помните, что по-итальянски mi... записываемся в университет. Бе.
No, esiste, k sožalenju, že ni, ma, ne pa kodim. Kakim da obraza ne pa kodim. Jeste mi pomnim, što v po italijanski eta dva preloga. Eta. Kak bud pomnite? V strane eta nim prelog, v gorad eta drugoj prelog. A? E in. Be, zes eta prvi. Iskriver si a. Cui, a cui si è scritto Enzo e lettere a e filosofia, che da e to na nauca si da udare in ai e filosofia. Хорошо. Bene, Julia. Salutare, по-моему, bispedolo. Приветствовать кого-то. Il signore chi ho salutato? Sì. Proprio a poco fa è il mio direttore. Bene. Che? Ah, che. Che? Yeah, Zeschini, una pisata, eh? Beh. Aspetta, Nastia. Non conosco la persona di cui sì? Mi stai parlando. Bravina. Che è sceso? Scende, e precesta la gola scendere, spuscazza здесь, из транспорта, значит, выходит. То есть самолет, с которого выйдет, который прилетит, что ли? Но. Самолет, из которого вышел господин Борлетти, это Boeing 747. То есть докуй будет. Си? Лаэрио докуй эшезу и сеньор Борлетти, он Боинг. 747. 747. Вот. Бе. Ирина. L'appartamento in cui abita Marco è grande e luminoso. Bene. Oh, на самом деле это не страшно, как кажется, только это вопрос привычки. Вообще итальянский не так страшно, это вопрос привычки. Lo zio Dario. Sì. Дядя Дьярио, о котором я несколько лет недавно говорил тебе, прибудет завтра. О котором? Парларе, парларе, управление глаголом парларе. Какой? Ди. Ди куй. Мотиво. Си? Не знаю, мотиво. Не понимаю. Причину? По которой? Да. По которой? По кому, почему? Почему, а как почему по-итальянски? Почему? Почему? Per? Si. Voglio cambiare lavoro? Si. Не voglio, voi. Не понимаю причину, по которой я не хочу поменять работу, это странно. По которой ты хочешь. А перки здесь не сгодится. Но, не годится, потому что это вопросительное местоимение. Здесь требуется относительное местоимение. Перкуй? Си, перкуй. Вой. Не вою. Знаешь, что не сам непонятно, странно. Бе, окей, надалее. Sono molto simpatici и ragazze su... No, no, no. Которых мы встречали в поезде. Которых это какой падеж? Правильно. А какой относительное местоимение для винитра падежа по-итальянски? Правильно. Sono molto simpatici ragazze che abbiamo incontrato sul treno. Bene. Giulia. La ragazza con cui esce Stefano. Sì. È molto carina. Beh. Уже случалось неоднократно, что ваши коллеги мне здесь ставили. La ragazza da cui esce Stefano è molto carina. Из которого выходит Стефано. Из которого выходит Стефано. Beh, non lo so, è interessante, è per la gente. Va bene, ok. Va bene, ok. Olga. Anastasia.
Ah, Nastia, presti, presti. Non riesco a trovare il giornale che ho comprato stamattina. Giusto. Elena è la ragazza a cui Leonardo telefona ogni sera. Верно. Bene, значит, дома делайте и упражнение F, то же самое, надо заполнить данные приложения пропущенными относительными местоимениями, поэтому надо понять, в каком случае мы находимся. Винительный, именительный, ке, для всех остальных случаев, куй плюс нужный прилог. Да. Дальше еще страшнее будет. Ма, страшнее. Есть просто два местоимения, чьи у которых много функций. Особенно у местоимения чьи. Сейчас осталось 4 минуты. Давайте посмотрим, что можем делать. Уже ничего не можешь. Бояться. Бояться. А давайте просто ради укрепления знаний на странице по учебнику, на странице 307 читаем приложение. По учебнику на странице 307. Нашли? Б. Ирина, мне кажется, твоя очередь. Ну, Ольга. О. Или я. Ольга была. Non conosco la signora che entra in questo momento. Beh, la signora liba il signore, женщину liba мужчину. Дальше, Дмитрий. Non conosco il signore. E tu же говорил, женщину liba мужчину. Дальше. Ниже. Non conosco le le signore. Le signore che entrano. Liba i signori, женщин, либо мужчин. Дальше, ниже, Жанна. Non conosco il ragazzo, la ragazza, le ragazze. Правильно. Che hai salutato. Bene. Ti приветствовала. Bene, по-итальянски это одно и то же. Приветствовать, здороваться и прощаться. Поэтому... Я не знаю. No, не узнаю. Узнавать это реконошере. То есть когда ты знаешь и снова знаешь. Non riconosco, значит не узнаю, да? Non riconosco, sì. Bene, дальше. Дальше, пожалуйста, Наталья. Non conosco il ragazzo a cui hai offerto un caffè. Bene, a cui liba al quale. Giulia. Non conosco la ragazza dalla quale stai parlando. Della quale? Ah, della quale stai parlando. Liba di cui, хорошо, Nastia. Non conosco il ragazzo dal quale o da cui vai a cena. Bene, e katoramu, idiosh nauji. Beh. Non conosco il ragazzo, le ragazze, né nelle quali in cui tu hai tante fiducia. Sì. Может быть, что их нет. Просто. Beh. Которым ты сильно доверяешь. Бе. Non conosco la ragazza sulla quale su cui sì. Tu conosci tanto. Bene. Dimitri. Non conosco la ragazza per cui ti prescrivi la sua strofa. Con cui esci stasera. Bene. Страшно, на лучше не знать. Бе. Ok. Жанна. Non conosco il ragazza. Il ragazza è da ещё страшнее, девушка. Это девушка с бородой. Il ragazzo. Sì. Per cui? Sì. Vuoi comprare un regalo? Bene, дальше в множественном числе Наталья. Non conosco il ragazzo, la ragazza a cui alle quali? Sì. Кстати, есть опечатка. И ragazzi, либо le ragazze, non la ragazze, le ragazze. Basta. Устал? Дайте, закончим. Так, я, да.
non conosco i ragazzi, le ragazze delle quali stai parlando. Bene, Nastia. Non conosco i ragazzi dai o da cui vai a cena. Bene. Non conosco i ragazzi o le ragazze né nelle quali in cui tu hai tante fiducia. Bene. Non conosco i ragazzi su cui tu pensi tanto. Non conosco i ragazzi con i quali esci stasera. Va bene. Gianna? Per conosco i ragazzi, le ragazze per le quali vuoi comprare un regalo. Bene, io sciò battiti di mani, venis su, so bene quello che faccio. Я прекрасно знаю то, что делаю. Не просто что делаю, то, что делаю. И здесь то можно, и можно сказать не только quello, а еще иным способом. Чо. So bene ciò che faccio. Это не чо, а еще чо. Чо есть, то есть. Когда тебе совет дают, а ты говоришь, я знаю, что делаю, отойди. Ma, допустим, sì. Quello che dai ta mistimini ani prelagatene, quello mosna, to mosna scasata chi in bologna, liba quello, liba ciò. Io me la paese mi gavarin ciò è, to est, e me la paese mi gavarin perciò paetamu paetamu eto eto. Per italiano si può dire pa tamuni, mi pare da non tappatamo l'anno. Va bene, хорошо. Все, продолжим. Среду. О, Настя, ты обратила внимание на то, что написано выше? Нет. Обрати внимание, пожалуйста, 14 и 16 августа. Не скоро, но как обычно, я при возможности я заранее вам скажу.